Путешествия расширяют и проясняют пространство наших знаний, чтобы было куда мыслить. Это я хорошо осознала еще в процессе написания своей диссертации. Именно поездки по городам и весям бывшей Владимирской губернии помогли сложить неразрозненные пазлы, добытых в архиве и подчас противоречивых свидетельств современников, в единую струйную систему. И вот уже несколько лет я путешествую, общаюсь, смотрю и снимаю. Да, как проедешь, нет, да, нет, мама, да, тогда мне понятно, потому что я езжу на автобусе, живу так варно, ездила до Молдавии. Болгария, Румыния, Беларусь, Молдова, Украина, Греция, Узбекистан, Польша. Мне интересно, как живут люди. О чем они думают? А ты кто по специальности, Володь? И врач. Что едят? Мамалыга – это каша, очень крутая. Чего хотят и о чем мечтают? А почему песни русские у вас? Не очень люблю русские песни. Хочется попробовать. Давайте. Меняется ли их система ценностей в наше время перемен? Я наблюдаю. Этот бункер был построен немцами во время Второй мировой войны. Замечаю. Я держу в руках 1 рубль 1898 года. Казахстан, Польша, Беларусь, также Россия. Мы опять начали экспорт в Россию. Спрашиваю. В Коми? Ты там жила или родилась? Три лет. Слушай. Первый раз, когда приехали русские в Румынию, они нашли здесь липовые леса. Липование от липы. Рассуждаю. Свобода и выбор, да? Какой-то порядок и не кошка. Ты без свободы. И что лучше будет? Фиксирую. Я русская. Русская? Откуда? Из Сочи. Я поехала сначала на Кипр и училась на Кипре. И потом приехала в Грецию. Прадедушка сюда приехал? Да. А почему? Вероломение было так. Беру интервью. Этих за грудь. При мне я все это вижу. Потому что... А сколько лет было вам? В 49-м году. Мне было уже 6 лет. Мы сделали исследование Черного моря. И нашли пьяца нефтяные структуры. Участвую в конференциях, обсуждениях, круглых столах и диспутах. Это время, в котором той се ражда и живее. Делаю репортажи. Вот там сзади меня, в трех шагах, стоит президент Республики Болгарии. Это Александрополис. И история этого города очень связана и с Россией. Прямо в пути я обрабатываю собранный материал. Анализирую, систематизирую, интерпретирую, делаю выводы, переосмысливаю и корректирую свои предположения. В начале этого года один из моих подписчиков, когда мы с ним встретились в Варшаве, сказал: «Ольга, вам пора писать книгу». А я осознала, что книга мной уже пишется. Давно. Пока это только мои видео и посты в соцсетях. У книги этой еще нет названия. И надо продумать современную, интересную для людей форму. Да, и смотрим, когда у вас что-то новое. Очень нравится, очень нравится. Но я точно знаю, о чем в ней будет написано. Система ценностей в трансформирующихся обществах. Какие изменения в ней происходят? Какие ценности отрицаются частично? Какие отвергаются полностью? Какие модернизируются? А какие остаются неизменными? Впереди новые путешествия, новые знакомства, новые открытия и осмысления. Но мы же работаем.